этими заявлениями мы знакомы еще с 2014 года. Вот. Я не знаю, какие-то у нас очень слабые умы поверили в это, кричали тут непонятно что. А нужно было сразу резко это отрезать, вот, и дать понять, что Украина неделима. А мы дали понять, что что-то у нас нужно. Раньше он и шел и говорил, мы не воюем. У нас что-то, как он, СВО или что-то такое. Вот, у нас все это, и мы каждый дом, чтобы никто не пострадал, там обходим туда, да? Авдеевку посмотрите, каждый дом, там уже домов нет, все разрушит. Вот. Только что это сам. Вот тут он сейчас фанера все забивает. Что это за защита? Никто никого не защищает. Мы только защищаемся от России и все. Ну, он просто маразматик. Я даже не верю, что это он на самом деле есть. Может, он уже реально умер. Ну. Путина я вообще не воспринимаю никак. И отрицательно, конечно. Ну, даже не знаю, что сказать. Матюком не хочется. Так что очень-очень плохо. Не поддерживаю. Поддерживаю только Зеленского и наших ЗСУ. Я эту политику Путина, тем более, не воспринимаю. Это пускай он там, как говорится, со своей Россией разбирается, все, а к нам сюда не лезет. Мы не верим его, вообще не воспринимаем. Народ наш не воспринимает. Все у нас будет хорошо и замечательно. Слава Украине, слава героям!